Геворг Мхитарян рисует с детства. Его картины разноплановые, интересные и волнительные. Каждое полотно отправляет зрителя в загадочный параллельный мир. Работы, представленные в Сочи, это смесь реальности и фантастики. Бог дал мне талант, и я решил использовать все возможности. Создаю своих персонажей, свои истории, причем в последнее время фантастические. Придумываю что-то свое, новое, и каждая моя работа как целый фантастический фильм.